Друзья, здравствуйте, добрый день. Меня зовут Алексей Масляев. Я являюсь куратором фонда поддержки современного искусства «Космоскоу». И сегодня, сейчас выступаю модератором мероприятия в рамках программы «ТОКС». Название программы, режим сохранения и ее структура были предложены известным российским куратором Виктором Мизяном. И программа раскрывается в серии мероприятий, призванных отрефлексировать состояние российской системы искусства сегодня. Наша сегодняшняя текущая встреча посвящена одному из важнейших аспектов системы искусства, а именно образованию. И мне посчастливилось находиться в невероятно приятной компании, открывать программу, субботнюю программу дискуссий, и я поспешу представить участников нашего сегодняшнего разговора, отметив предварительно, что ваше участие, дорогие слушатели и гости ярмарки, всячески приветствуется, поэтому если у вас будут возникать комментарии или вопросы, пожалуйста, сигнализируйте об этом, как-то дайте, пожалуйста, об этом знать. И мы передадим вам микрофон, чтобы вы могли либо озвучить комментарии, либо задать вопросы. Перехожу к дорогим гостям и участникам нашего текущего разговора, посвященного образованию. Александра Старусева-Першеева, академический руководитель программы «Современное искусство» Высшей школы экономики, кандидат искусствоведения, режиссер. Полина Бондарева, основатель школы и издательства «Мастерс», программный директор Левашовского хлебозавода. Светлана Баскова, основатель, сооснователь института «База», куратор. И Анна Кубанова, куратор, основатель просветительской программы для молодых художников «Азы». Я хотел бы начать наш разговор с достаточно общего вопроса, который адресую всем участникам. Я хочу просить вас рассказать, какова структура вашей образовательной институции, что собой представляет и как устроен учебный процесс, образовательный процесс. Саша, попрошу тебя начать. С удовольствием расскажу кратко. Наша образовательная институция имеет структуру, наверное, такую самую академическую из возможных, потому что мы являемся частью университета. Мы входим в вот этот комплекс Высшей школы экономики и занимаем там очень важную позицию в факультете креативных индустрий. Школа дизайна, соответственно, реализует два таких базовых направления образовательных. То, что связано с дизайном непосредственно, и то, что связано с современным искусством. И поэтому с необходимостью то образование, которое мы даем молодым художникам, помогает им прочувствовать, понять всю систему креативных индустрий. То есть они получают и представление о том, что такое дизайн, и как можно работать вот в таком более прикладном, практическом аспекте, и что такое мир современного искусства, и как можно выстроить свои карьерные стратегии в нем. Соответственно, у нас представлены все ступени высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Вот, в планах еще докторантура, но для этого нужно немножко побольше подготовить пока почву именно в составе аспирантской школы. Вот, поэтому мы как бы предлагаем студентам образование полного цикла. Они приходят к нам после школы, они, может быть, еще многие не знают до конца, что такое современное искусство, но уже в самом первом модуле с 1 сентября начинают создавать собственные проекты, как молодые художники. Уже будучи на первом курсе, они начинают участвовать в выставках, они начинают нарабатывать свое творческое портфолио, они начинают искать свой собственный стиль, свой собственный голос. Ну а дальше, соответственно, они развиваются, они получают вот эту первую ступень высшего образования, становятся уже частью сообщества и дальше уже выстраивают свою стратегию. Либо они полностью погружаются уже в производство произведений искусства, работая как кураторы или как менеджеры, или создавая непосредственно художественные артефакты, те, которые можно видеть, например, здесь, на Космоскоу, в павильоне нашей Хесе Яад Галери.
И вместе с этим может быть вариант дальнейшего обучения в магистратуре. С другой стороны, есть те гуманитарии, иногда даже не гуманитарии, которые из других бакалавриатов приходят к нам и становятся художниками или кураторами или исследователями уже на уровне магистратуры. Ну и потом третий уровень аспирантуры – это уже research. То есть это история про именно академические исследования, статьи, диссертации, книги. Да, это те студенты, которые уже становятся организаторами проектов в зоне культуры, в зоне современного искусства. Ну а мы как школа, соответственно, делаем все, чтобы объединить в сообществе преподавателей самых ярких теоретиков и практиков для того, чтобы сделать максимум для реализации желаний, мечтаний наших студентов. Класс, Саш, спасибо большое, Полин. Да, всем добрый день. Школа Мастерс – это проект, который, наверное, развивается на поле частного образования в области искусства. Это краткосрочные курсы в области современного, классического искусства, истории кино, музыки, литературы, философии, а также две годовые программы истории искусства и арт-менеджмент, по прохождению которых вы получаете дипломы дополнительного образования. Если говорить о том, где можно прослушать наши курсы, это филиал в Петербурге, которому в этом году исполняется 8 лет, и филиал в Москве, который мы открыли буквально в этом ноябре, и в общем, на Патриарших прудах, который сейчас тоже активно заполняется новыми слушателями и аудиторией. Это экскурсии, арт-ланчи, поездки с нашими лекторами. Формат, в общем, как мы его видим, достаточно академический. Это лекции 2-3 часа с ведущими специалистами, культурологами и, конечно, с практиками. Это, в общем, такая наша, на мой взгляд, достаточно сильная сторона. Если говорить о том, как мы развиваемся дальше, как мы развивали за эти 8 лет, мне кажется, безусловно, сегодня важно сказать, что это пришло время сообществ, и создавая свое сообщество, мы в свое время, да, создали его в Петербурге, активно развивая его в поездках, в каких-то дополнительных образовательных инициативах. Мы очень много создаем образовательных лекторий с фестивалями, такими как «Диана Вишнева Контекст», «Территория», «Нет», «Золотая маска», Дягилевский фестиваль и многие-многие другие. Как бы для нас очень важно, помимо вот такой классической базы, давать все-таки знания в области актуальной среды. Это фестивали. Мы много ездим и на оперные фестивали, на театральные, в том числе и в России, по всему миру. А также у нас есть свой получается, и онлайн-журнал, где вы можете ознакомиться с такими важными событиями в мировом контексте, в области искусства, музыки, кино и так далее. В этом году мы стали официальным партнером Космоску и выпустили печатную версию, посвященную ярмарке. Также у нас есть свое издательство, которое мы тоже основали 1,5 года назад. И, конечно, для нас это возможность не просто говорить с нашей аудиторией. Мы сейчас запустили издательскую программу совместно с Адмаркиным. И в прошлом году это было 3 книги бестселлера, в этом году это уже 15 книг, где у нас есть возможность не только переводить тексты совместно с большим издательством, которое уже в этом в хорошем смысле является профессионалами, но и интегрировать наших лекторов. А в общем, это ведущие эксперты в большей степени. Петербургская школа, Виктор Мазин, Олеся Туркина, Иван Чечет. Но мне тоже кажется, что это очень важно сегодня не упускать из виду и наших искусствоведов, культурологов и выводить их на поле современной литературы. Также у нас есть диджитал-платформа, которую мы основали 2 года назад, в главе которой был куратор Дмитрий Озерков, где мы представляем диджитал-художников. Изначально мы себя видели как платформа кураторская. В связи с отъездом Дмитрия сейчас мы занимаемся больше молодыми художниками российской арт-сцены, активно участвуем в ярмарках. Вот на прошлой неделе буквально закончили ярмарку «Блазар», где у нас был полный солд-аут. Но в большей степени, конечно, для нас это возможность изучать какие-то новые технологичные тренды, давать возможность и нашим, собственно, слушателям, и арт-менеджерам в том числе, погружаться в технологии, ну и, в общем, постоянно, да, обновлять наши программы. У нас также есть онлайн-платформа, где есть более 50-60 курсов, как тоже академических, так и посвященных технологиям. И, конечно, для нас, вот, как я сказала, это такая возможность давать нашим слушателям постоянно какие-то новые знания и инструменты. Еще хотела бы, наверное, отметить, что
Также у нас есть детская школа, также у нас есть несколько книжных магазинов в Санкт-Петербурге и в Москве с литературой по искусству. И вот как бы завершая мысль о том, что сейчас время сообществ, конечно, очень важно все время разговаривать и с новой аудиторией, но в то же время все время как бы вести свое сообщество за собой, предлагая в хорошем смысле новые образовательные системы, продукты и программы. Спасибо. Полина, спасибо большое. Светлана, вам слово. У нас институт БАС. А можно, пожалуйста? А, включен? Супер. У нас институт БАЗа, который мы создали вместе с Анатолием Осмоловским 14 лет назад. И мы создали его, потому что мы считали, что не хватает образовательных институций. Хотя мы с большим уважением относимся к всем институциям, которые существуют, так же как к ЭПСИ, который институт Бакштейна, к школе Родченко, к свободным мастерским и всем другим, которые появляются. У нас называется институт, потому что кроме образовательной деятельности мы стараемся вести исследовательскую научную деятельность. Мы издаем книги, издаем журналы, мы делали лабораторию художественной критики совместно с винзаводом, выпустили бюллетени, делали конференции. И для нас очень важно, наверное, создавать и участвовать и принимать участие в создании неких критериев современного искусства. Потому что мне кажется, что они достаточно размыты и нет четкого понимания. Поэтому мы прицельно с этим работаем, мы это обсуждаем. И так как критерии тоже могут меняться, и это все время надо обновлять, надо быть очень живым и не бояться меняться. Мы приглашаем также молодых людей, которые еще не были преподавателями, и даем им платформу для того, чтобы они могли это попробовать. Нам важно создавать дружескую и теплую атмосферу, потому что надо понимать, что художники все достаточно индивидуальны, все сами по себе, и найти единомышленников, найти просто друзей, не обязательно единомышленников, потому что, конечно, каждый художник индивидуален, но почувствовать, что ты не один, это для нас тоже очень важно. И также для нас важно, где будут выставляться наши художники, где они выставляются, потому что слово «продавать» и слово «продажность» — это два разных слова. Также мы стараемся поддерживать нон-профитные организации, но, по-моему, я уже ушла далеко от структуры, но структура в том, что мы преподаем историю современного искусства, которую ведет Анатолий Осмоловский, который уже вел несколько образовательных практик в 90-е годы и в 2000-е. У нас Иван Новиков, который сам действующий художник и теоретик, он преподает критику и историю современной живописи. Соответственно, это тоже все меняется, и программа меняется, потому что появляются все новые и новые дополнительные информации, и все не стоит на месте. Также у нас Кирилл Алексеев говорит о рынке и истории искусства. Но у него очень специфическая позиция и очень интересная для нас. Он говорит о том, как это было и сколько стоит, начиная с наскальных изображений. Дальше у нас есть заочное образование, которое мы ввели в 2 года назад. Я не знаю, сейчас стоит о нем сказать или позже. Для нас это новая программа, и мы очень думали долго, как подойти к заочному образованию. Заочное существует только для других городов, ни Москва, ни Питер. Мы специально хотим выяснить, что происходит в других городах. Нам это очень важно, потому что развитие культуры и уровня культуры – это очень важно для нас и для тех, кто живет рядом с нами. Это очень важно для развития и для того, какой человек будет, потому что образование закладывает дальнейшую жизнь и качество жизни каждого человека. И поэтому мы очень пристальное внимание обращаем на другие города.
И у нас такая практика есть, что мы стараемся приехать группой в тот город, в котором один из студентов живет, и попытаться сделать что-то полезное для этого. То есть этот студент, к которому мы едем, является куратором, принимающей стороной, и, собственно говоря, дает некую нам точку сборки, некое задание, которое мы все попробуем решить. И в этом году мы также продолжаем это сообщество, мы также поддерживаем все нон-профитные структуры, потому что прорваться на рынок искусства – это достаточно абстрактное понятие, потому что что такое система искусства у нас, это тоже все очень размыто. Мы очень дорожим критериями, о которых мы говорим и которые мы создаем, и но очень осторожно относимся к тому, что происходит на рынке искусства. Светлана, спасибо большое за ваш комментарий. Ан, прошу тебя рассказать о программе «Азы». Да, добрый день. Меня зовут Анна Кубанова. «Азы» — это просветительская программа для молодых художников и художниц, которая представляет собой живые встречи на протяжении 3 месяца 3-4 раза в неделю. И, строго говоря, эти встречи можно разделить на 3 категории. Когда к нашим студентам приходят эксперты и рассказывают о том, в чем они являются экспертами в теоретическом ключе. Например, галерист может рассказать о том, как проходит сотрудничество между художником и галереей. Вторая категория, когда студенты ходят в места, которые я позволю себе назвать местами производства искусства, и имеют возможность непосредственно столкнуться с художественной средой. Это могут быть архив музея, монтаж выставки, личные мастерские художников и так далее. И кроме получения знаний, это возможность установить, возможно, свои первые профессиональные связи в силу некоторого неформального характера, который такие встречи приобретают. И третья категория, наиболее сложная для описания, представляет собой коллективные встречи, где художники рассказывают друг другу, каким образом протекает их профессиональная рутина, кто чем занимается. Можно обсудить свои текущие проекты, задать вопросы и почувствовать, что ты не один, и вокруг тебя есть множество людей, которые тебя поддерживают, и которые твои друзья и коллеги. Спасибо. Анна, спасибо большое за этот рассказ. Я хотел бы перейти к вопросам чуть более предметным и адресным. Саша, хотел тебя расспросить вот о чем. В Вышке современное искусство как направление, как образовательное направление является частью факультета дизайна. Скажи, пожалуйста, насколько ты считаешь оправданным такую иерархию, подчиненное отношение искусства по отношению к дизайну? Является ли это просто формальностью? Либо же все-таки эти отношения влияют как-то на искусство, на те подходы, которые вы преподаете, подходы к описанию и анализу художественных практик, методы, влияют на методы, которые, соответственно, художники могут использовать, на компетенции, которые они должны присвоить и заиметь. Да. Расскажи, пожалуйста, об этом. Спасибо большое. Прекрасный вопрос. Только, если позволишь, я тебя чуть-чуть вначале поправлю. Университет очень большой, структур у нас много, иерархия сложная, поэтому тут легко ошибиться. У нас история такая. Высшая школа экономики, факультет креативных индустрий, внутри факультета школа дизайна, и там образовательное направление современное искусство. И это действительно стратегически значимый выбор, сделанный университетом, потому что мы очень заинтересованы в развитии культуры в целом. То есть и того, что мы считаем самыми вот сложными, адекватными времени, авангардными практиками, именно contemporary art, и то, что связано с более массовой культурой, которую тоже нужно постоянно развивать. Для того, чтобы весь, ну скажем так, визуальный мир образов, который нас окружает, становился все более интересным, глубоким, сложным и так далее. Поэтому не случайно, что в школе дизайна встречаются и учатся бок о бок те, кто занимаются вот зоной такой более дискурсивно продвинутой, да, contemporary art,
и теми, кто занимается новейшими технологическими, смысловыми, прикладными практиками в зоне дизайна. И да, действительно, есть пересечения, есть курсы, которые слушают и те студенты, и другие. То, что связано, например, с теорией, философией, искусства, преподается всем. И то, что связано с базовыми навыками, компетенциями дизайна, тоже преподается всем. Потому что мы понимаем, что сегодня среда современного искусства очень высоко конкурентная. И художнику для того, чтобы построить успешную карьеру, для того, чтобы его увидели, чтобы о нем услышали, ему нужно уметь показать свои проекты, свои произведения самым лучшим, самым ярким образом. И ему нужно уметь писать очень хорошие тексты, объясняющие его замысел. Ему необходимо создавать работы на высоком и концептуальном, и техническом уровне. И ему необходимо также попросту уметь презентовать эти самые работы. Да? Например, если у нас студент работает в технике, например, ксилографии, да, это классная, сложная техника, которую мы с удовольствием поможем ему освоить, и потом он создает отпечатки, и их нужно хорошо сфотографировать, их нужно разместить в электронном портфолио для того, чтобы каждый человек, может быть, даже не очень знакомый с искусством, сказал: «О, да, мне это интересно, я хочу узнать больше». Если это, например, студент, который занимается саунд-артом, одним из наших таких очень ярких направлений, то ему необходимо тоже уметь спродюсировать свой альбом во всех его аспектах, начиная с идеи звукового решения и заканчивая его обложкой, который он тоже должен уметь понять, да, где хорошо, где плохо. Студенты, которые занимаются видеоартом, экспериментальным кино, они не только учатся снимать, не только учатся работать с актерами, они учатся также и тому, как продвигать свой фильм, как сделать так, чтобы он попал на кинофестивали. И здесь вот эти условно-дизайнерские, но скорее такие навыки презентации и самопродвижения – это то, что мы тоже им даем. Ну и плюс к тому, мы, конечно же, понимаем, что карьера сегодня в поле креативных индустрий, она всегда развивается, ну, непрямыми путями, потому что есть базовое образование, которое потом дополняется, усложняется благодаря магистратуре, благодаря курсам дополнительного образования, которые и у нас есть, и вообще в нашей среде их очень много. И человек постоянно нащупывает какие-то смежные территории, какие-то сложные, могут быть проекты междисциплинарные. И, соответственно, чем больше у него скиллов, чем больше у него навыков, в том числе суперпрактических, тем больше шансов на успех. Да, потому что этот человек, как творческая единица, он автономен, и плюс к тому у него есть большое количество знакомых. Например, когда у нас студенты, например, на направлении том же кино создают свои видеоинсталляции, они тут же мгновенно могут поколлаборировать и с саунд-художниками, и с живописцами, и с перформерами, и со всеми, кто им необходим. И такой коллективный проект здесь же там выставляется в галерее школы дизайна, где студенты-кураторы, да, дальше этот проект упаковывают так, чтобы он был понятен, близок и интересен зрителям. Поэтому как бы наш ответ на вызовы, как вы говорили, меняющегося постоянно контекста, постоянного пересмотра критериев того, что хорошо, что современно, что нужно, наш ответ – это вот такая многогранность программ. Это мультипрофильные курсы, это сложные междисциплинарные взаимодействия и исследования. Это сообщество, которое состоит из очень большого количества разных специалистов, которые готовы друг друга поддерживать. Уклоняешься, я чувствую, от рассмотрения, обсуждения этого вопроса в таком более провокативном ключе, связанном с противопоставлением каких-то формальных качеств, действительно, тому, как тот или иной продукт продается, преподносится, позиционируется, и его потенциального содержания. Думаю, что современное искусство, скорее, попробую сейчас, наверное, какую-то такую общую реакцию сконструировать, конечно, имеет амбиции глобальные, скорее стремится выступать универсальным визуальным языком для самых разных областей, не только связанных с непосредственно изобразительным искусством, и может ревностно на вот такую иерархию реагировать, как же так, не мы главные, не мы первые, все, как мы объединяем и обобщаем, а есть какая-то иная рамка, внутри которой мы вдруг себя обнаруживаем. Но здесь можно парировать, что вот эти очень амбициозные задачи современного искусства, его выдвигают на передний план.
потому что ведь программа «Современное искусство» в школе дизайна существует только 6 лет, но при этом я бы сказала, что это одна из самых заметных зон нашей деятельности, и те выпускники, те студенты, которые сегодня все чаще появляются на Космоскоу, на Блазар, на выставках в самых разных институциях, имена которых появляются в медиа, становятся лицом школы дизайна. И таким образом вот эта конкуренция, о которой ты говоришь, мне кажется, что она как раз подстегивает вот этот азарт и помогает студентам чувствовать, что они не в башне из слоновой кости, да, они вот в этом очень бурлящем таком сообществе креативных индустрий, и чтобы быть услышанным, чтобы занять свое место, они должны приложить максимум усилий. Да, спасибо. Полин, позвольте, я вас, мне кажется, на схожую тематику расспрошу. В своих выступлениях, интервью вы часто говорите о том, что школа мастерс является как раз университетским образованием. И скажите, пожалуйста, вот такое позиционирование, все-таки это маркетинг, связанный с тем, что у людей есть доверие к образованию подобного типа, когда люди реагируют на наличие диплома, например, о дополнительном образовании государственного образца, выступающего для них, может быть, каким-то гарантом, свидетельством, документом качества образования подтверждающим. Да, спасибо большое за вопрос. Мне кажется, с точки зрения формулировки, я обычно часто говорю академический, в меньшей степени университетский. Немножко расскажу вообще, как появился проект. Я сама имею уже там, первое юридическое образование, второе архитектурное, третье, собственно, история искусства в Академии художеств. Собственно, вот тогда стало очевидно, что нет вообще да, институции дополнительного образования, которые могут дать университетский формат, но не, к счастью, или к сожалению, для меня годы в академии в хорошем смысле стали одними из самых важных и запоминающихся в жизни, но тем не менее 3 года в таком вот формате постоянного вовлечения, там, допустим, я 3 раза писала курсовую по поводу керамики, но я бы не очень хотела писать 3 раза курсовую по поводу керамики, потому что меня просто по фамилии постоянно как бы в этот отдел направляли. Вот. И, конечно, тогда стало очевидно, что есть очень много блестящих лекторов, и в тот момент я уже ходила в СПбГУ, и на другие факультеты вольнослушателям. И, в общем, собрав такой костяк из преподавателей из академии, да, из Смольного в том числе, тоже как бы, да, очень яркой такой инициативы в то время, как раз-таки нам удалось создать вот тоже такой, в общем, но все-таки частный проект, где человек может сам набрать 2 предмета, 3 предмета от античности до там, суперсовременных каких-то кураторских практик. С точки зрения некой иерархии, вот здесь тоже важно сказать, да, что Светлана больше говорит и правду про университет, да, коллеги больше про профессиональное образование для кураторов и художников. Мы работаем совсем с другой аудиторией. Это все-таки люди уже обычно с первым, а то и вторым образованием. На самом деле достаточно искушенные, и все-таки наша аудитория в Петербурге – это не просто люди взрослые и там, в основном уже работающие, это все-таки люди уже крайне искушенные, которые и вправду слушают Ивана Дмитриевича Чечета по 5 часов. В смысле, это вообще не, как бы не шутка, когда они выходят в 12 ночи с вечерних курсов. Все-таки это то, что нам удалось достичь, и то, что мы сейчас активно интегрируем на московскую арт-сцену, там, образовательные какие-то практики, потому что когда мы только пришли, в общем, было понятно, что, во-первых, нас еще не так хорошо знают, не так хорошо знают нашу систему с точки зрения университетского преподавания, она не так широко известна с точки зрения, ну, там, понятно, что сейчас очень много образовательных инициатив, в хорошем смысле, более развлекательных, более светских в том числе. И вот, в общем, 1.5 года, в хорошем смысле, мы свою аудиторию как бы нарабатывали. Вот, наверное, спустя вот это время сейчас я вижу, что приходят люди, которые как бы ценят именно такой подход. И, в общем, нам удалось ее сформировать. И это, конечно, для меня большое счастье. Если говорить о нас, да, с точки зрения университета, в общем, мастерс и появилось название в переводе с английского магистратуры. И вот таким образом арт-менеджмент, наверное, является такой нашей визитной карточкой. Сейчас мы активно работаем с регионами и запускаем онлайн-формат. И там как раз-таки у нас тоже есть разделение. Помимо того, что, безусловно, мы даем теорию там, 20 века, но мы ее полностью перефразировали ввиду главных концепций и в искусстве в том числе, но и вообще научных открытий в литературе, да,
которые технологический прогресс, которые вообще влияли на там, ту или иную эпоху. А заканчиваем уже разделением. У нас есть, понятно, художники-кураторы, но это тоже люди уже, которые получили, ну или где-то работают, в основном в больших компаниях, на самом деле, для развития корпоративной, да, какой-то своей культуры. Или работают в больших, там, я не знаю, это могут быть бизнесы, посвященные туризму, каким-то образовательным инициативам, детским программам. И у нас есть направление теперь фестивальный менеджмент, потому что мы понимаем, что сегодня очень много запросов на эту тему. И третье разделение – это колтех. Это приложение, да, все, что связано с диджитал, медиа, вообще во всех как бы проявлениях, которые может быть. И на самом деле в этот раз мы впервые привлекли специалистов из Сколково, которые в хорошем смысле дают вот с самого начала такую очень сильную установку на как бы работу с сильными сторонами абитуриентов. Если раньше вот они приходили на арт-менеджмент полгода, слушали практиков, смотрели, как работают аукционы, дома, не знаю, галереи, частные, публичные музеи, государственные музеи, и как бы выбирали свою дальше траекторию, то теперь как бы мы их сразу в хорошем смысле, да, погружаем в тот момент, когда они понимают, вот, ну, уже исходя из как бы, целеполагания своего, дальше выбирают свою траекторию. И второе, что я хотела бы сказать, тоже по поводу того, что мы очень много работаем с бизнесом, с большими компаниями, но в том числе и с креативными, такими как Яндекс, ВК, а там как бы вообще уже давно мы ушли от сферы искусства, и там вообще только искусственный интеллект, новые технологии, все на стыке. И как раз-таки вот такой междисциплинарный опыт помогает нам в хорошем смысле все время как бы давать вот такие новые темы для дискурса. Вот я надеюсь, что я ответила. Я, если вы не возражаете, продолжу, пожалуй, и свой вопрос, и вашу реплику следующим комментарием. Мне кажется действительно любопытным, как вы соединяете, с одной стороны, эти детали вашей биографии и образования, связанные с образованием в том числе, и достаточно прагматичный подход, предполагающий изучение, например, рынка образовательных услуг. И хочу вас все-таки спросить, как вы лично, чувственно, эмоционально, может быть, в первую очередь, не столько рациональным, уровни воспринимаете, когда вы видите вот, заполненные лектории, 5 часов слушающие действительно ту или иную лекцию, когда вы видите людей, которые увлеченно листают книги, изданные выпущенные вашим издательством, или журнал, который вы можете найти, к слову, при входе на ярмарку «Космоску». Как вы это переживаете? Вот, какие чувства у вас в этот момент захватывают? Ну, это, наверное, то, ради чего мы это все делаем. И в хорошем смысле, конечно, отзывы. Для меня, наверное, большая победа, как такого менеджера от искусства. Я себя как-то так, в общем, сейчас вижу. Даже не в том, чтобы постоянно вести процессы, ввиду того, что сейчас появился хлебозавод. И моя личная точка роста, она сейчас вообще немножко в другом направлении, помимо образования, в котором я, безусловно, очень включена. И вот тут мои коллеги, которые тоже растут вместе с нами. Во-первых, мы растим команду. Люди, которые к нам приходят вообще в административный сектор, становятся менеджерами разных направлений. Потом у них есть свои проекты. И в том числе, вот как бы, как мне приятно, недавно сказала Лиза Савина, говорит, Господи, слава тебе, Господи, помимо слушателей, которых вы выпускаете, вы еще и выпускаете ребят, которые потом, ну, профессионально работают вот как бы в системе менеджмента культурных проектов. Это, во-первых, это тоже вторая, на самом деле, очень большая миссия сегодня. Потому что за время работы в наших проектах у них и вправду есть какой-то совершенно невероятный, мне кажется, спектр возможностей в развитии. И вот как бы если я сейчас являюсь программным директором хлебозавода и сейчас одного не менее масштабного, то и более проекта в Москве, который запустится этой весной, как бы это совершенно другая история. Это кураторские практики, совмещение, как бы это книжный магазин, это издательство, это кураторская деятельность. Это вообще концепции полностью от создания, да, там, и приглашения институций в области там, галерейного бизнеса, там, не знаю, кураторов, лично художников. Это опыт с точки зрения диджитал. Ну и плюс вот как бы возможность все это совмещать и постоянно рождать какие-то новые темы для дискурса. Поэтому глобально как бы вот это моя точка роста, которая, мне кажется, позволяет нам все время
находиться вот как бы на острие проблематики и вот как бы постоянно дополнять наши программы в абсолютно разных форматах. Поэтому для меня, конечно, счастье, когда сейчас уже я как молодой достаточно специалист, я еще училась в Сколково 2 раза, теперь у меня, я прихожу в школу самую первую на Итальянской на площади искусств в Петербурге, и люди, которые меня никогда не видели, я вижу, что они учатся, что это все работает, и это, конечно, большое-большое благо и счастье. Меня как раз интересовало, насколько в вашем переживании проекта «Мастерс» или «Мастерс как проекта» вот, соотносится чувство удовольствия от успешного реализации некоторого бизнес-инициативы и чувство, которое возникает от возможности непосредственно влиять, формировать культурный ландшафт. Но я, насколько я понимаю, это как раз очень, может быть, сложно отделимые друг от друга переживания. А на самом деле тоже нет. Вот изначально я года 3-4 вообще никак не участвовала в публичном поле, и для меня до сих пор все-таки главные имена и эксперты нашей школы – это наши лекторы и в Петербурге, и в Москве. Сейчас, конечно, безусловно, мы сейчас даже не про развитие как бы бренда, а с точки зрения того, что мы вот все равно говорим про новые технологии, про новые тренды. Безусловно, как бы, да, теперь я являюсь таким, ну, человеком, который с таким разносторонним опытом все время рассказывает про наши программы и условно их продвигает. Но глобально мне кажется, что самая главная цель в хорошем смысле постоянно аккумулировать вот эти вот связи с точки зрения Москвы и Петербурга, мне кажется, вот это очень хороший дискурс, который сейчас он уже даже в нашем ключе и хлебозавода, и вот новых проектов в Москве, в целом вводит уже нас даже в региональный дискурс. Мы сейчас говорим там, мы работаем над одним большим проектом региональной платформе для креативных индустрий, где вообще есть все от институции регионов, от диалога с кураторами и художниками частными и институциональными, где есть система грантов, где есть система образования. И, кстати, там, безусловно, нужны такие же игроки, и как факультеты профессиональные, и также для, ну, для профессионального обучения художников, кураторов и так далее. Есть система грантов на проекты и возможность трудоустраиваться, ну, вот в таких вот смежных вещах. Все. Спасибо. Светлана, скажите, пожалуйста, насколько для вас и для института МАЗа вот, привлекателен академический или университетский, если мы используем эти два слова как синонимы, формат. И я, может быть, сразу дополню этот вопрос еще одним. Вы говорили в своей реплике о критериях, которые для вас важны, о критериях оценки искусства, но не для того, чтобы мы могли какое-то оценочное суждение сделать. И что меня в институте МАЗа привлекает, кажется, невероятно интересным, это некоторая подвижность и адаптивность самой образовательной модели, которая, насколько я понимаю, связана с текущим набором, что набор студентов, их практики определяют, собственно, какая будет программа. И это действительно чрезвычайно, чрезвычайно интересно, и я хотел спросить, вот о чем. Есть ощущение, что все равно институт МАЗа обладает своей узнаваемой идентичностью. Студенты, выпускники института МАЗа узнаваемые. Вот, как эти критерии, которые вы упоминали, эту идентичность определяют? И как, собственно, с этой идентичностью уживается подвижность и адаптивность самой образовательной, самого образовательного процесса, учебного процесса? Да, спасибо за вопрос. Ну, ответ очень простой. Ну, конечно, к нам приходят студенты после Суриковского, Строгановки, вот Академии художеств. И, конечно, получив вот эту вот травму академического образования, мы пытаемся им помочь ее преодолеть, потому что некоторые абитуриенты, которые приходят, они бросают на 4-м курсе, ну, некие академические институты, так скажем, не будем их все упоминать. И мы стараемся все-таки отнестись достаточно заботливо и ну, принять какие-то трудности, с которыми столкнулись наши студенты до того, как к нам попали. У нас существует такая система внутренних выставок, и мы делаем в самом начале 3 месяца
очень плотный образовательный процесс. У нас 6 раз в неделю занятия. И уже в феврале и январе у нас начинаются внутренние выставки. И там мы уже смотрим, как изменились, не изменились ребята, с чем они нам приходят. Они нам показывают, что у них есть. Бывает, что у ребят есть запрос на то, чтобы это был видеоарт. И у нас сейчас вот второй год кино художника, которое я вместе с Константином Бохоровым ведем. Также и мы пытаемся это, правда, адаптировать. Также вот сейчас мы адаптировали, у нас 2 года, я уже сказала, был курс заочный, который называется «Другие города», и мы поняли, что не хватает именно объединяющего звена, который в самом начале может объединить именно заочное обучение, когда люди совсем не знают друг друга, и там сложнее найти общий язык. И поэтому в этом году у нас будет 2 руководителя лаборатории художественной практики, Диана Шлиман и Ханна Зубцова, которые будут 2 группы вести заочные с самого начала. Сначала знакомства и так далее, какого-то погружения и адаптации к тому, что мы все можем говорить на одном языке, неважно, в каком городе мы живем. И мы стараемся также онлайн-обучение, чтобы ребята были также, эти лекции открыты во время самой... То есть это мы не запись показываем, а одновременно. Хотя есть люди, которые живут в Новосибирске, конечно, они смотрят потом записи. Критерии. Мы стараемся, чтобы наши студенты не использовали слово «исследование». Я считаю, что это тоже критерий, если мы им объясним, почему не надо использовать слово «исследование». Также критерии. Мы стараемся говорить о том, с самого начала мы говорим, что вы к нам пришли, и вы вряд ли будете зарабатывать искусством на жизнь. И вы должны это понимать. А с другой стороны, безусловно, мы очень рады, когда вот сейчас в галереях представлены работы наших выпускников, и это очень прекрасно. Но тоже важно, где они представлены. Я уже до этого говорила, что мы очень трепетно относимся, где мы их потом видим. Космоску я уважаю как единственную ярмарку современного искусства, которая у нас существует. Ура. И также очень здорово, когда ребята делают самоорганизованные пространства, галереи. Вот, например, сейчас есть галерея «Спас Сетунь», которую делает Виталий Беспалов. Мне кажется, это прекрасная галерея с прекрасными выставками, выверенными. И мы всячески поддерживаем и наших выпускников. И считаем, что те критерии, которые мы дали, мы не можем, эти критерии, они все время пульсируют. Мы об этом говорим все время. И эти критерии, они воспитываются, они не даются так на занятии. Вот запишите 1, 2, 3. Если вы будете вот так вот идти по этим критериям, вы, значит, будете жить вечно. Мы немножко по-другому к этому подходим. Ребята, они сами должны их чувствовать, они должны быть с нами в диалоге и как-то определять их тоже. И мы тоже следим за ними. Вот сейчас у нас группа ПНИ, но спектакулярная вторая волна. Ну, вообще, они нам сами открывают какие-то вещи. Он, Иван Хрящиков, такие вещи делает. Я вообще не представляю, ведь что такое искусство. Искусство, когда ты не представляешь, как это сделано, и вдруг ты видишь, удивляешься, как это возможно, как человек вообще мог придумать такое. И это какой-то, верх восторга. Так что... Светлана, скажите, пожалуйста, а многие ли художники с таким запросом на вечную жизнь приходят? Именно так ее транслируют. Но я имею в виду, предполагаю, что мы это можем связать с некоторой амбицией и действительно стремлением занять соответствующее место в системе искусства. Или в той... Я бы опять сказала, что система искусства – это очень расплывчатое понятие. Я не понимаю, что такое система искусства. Либо мы просто в данном случае подразумеваем, что само занятие искусством, производство искусства подключает человека к вечности, потому что искусство обладает... в таком романтическом представлении этим вневременным измерением качества. Да, каким-то образом они входят, конечно, в историю искусства. Безусловно, и это основная задача — войти в историю искусства. А кто же без этого придет к нам в институт?
Кто же? Это же только амбициозные художники, которые считают, что они прекрасные, замечательные. Они приходят, потом они сталкиваются, конечно, с определенными трудностями. У нас очень жесткая критика бывает, и мы относимся очень серьезно к критике. Мы считаем, что ну, как-то надо жестко и правду говорить. Мне кажется, вот правду надо сказать. Вот когда ты говоришь правду, тогда вот все и получается. Мы вот за это. Супер. Спасибо большое. Как программа «Азы» к правде относится? Вот как... И вообще «Азы» создают впечатление такой камерной средовой инициативы, предполагающей заботливое, внимательное отношение к каждому учащемуся не только на уровне самой услуги или услуг, которые предоставляются, а на и межличностном, таком, человеческом уровне. Я хотел спросить, насколько это качество программы было заложено в нее изначально, либо оно скорее возникло ввиду самого формата институции, самого формата деятельности? Ну, я, признаться, в этом вопросе могу остаться только в жанре рассуждения в прямом эфире, потому что у меня нет какой-то устойчивой точки зрения на этот счет, так как программа существует чуть больше года, и многие ее характеристики удивляют меня саму. Я смотрю, как она раскрывается, и стараюсь собрать обратную связь, где я действительно часто встречаю в качестве отзыва благодарность за ощущение сообщества, которое получили наши студенты, и которое порой действительно является фундаментом для того, чтобы продолжать развиваться в области современного искусства. Мне кажется, что эта характеристика АЗОВ появилась естественным образом, и она не была заложена изначально. И, возможно, это связано с некоторым самоорганизованным характером программы и, может быть, личными характеристиками нашей команды. Это совершенно потрясающие девушки, нас всего трое, и мы просто очень любим то, чем мы занимаемся. И мы очень молоды, и у нас полно энтузиазма. Класс, супер. Я, можно, буквально дополню? Вот да, просто вот такие проекты, условно, через вот 8 лет мы тоже начинали, я и два администратора, 3 человека, и потом это вот так развивается. Уже отличный горизонт устремлений. Абсолютно нормально. Школа дизайна начиналась в кабинете Арсения Мещерякова, там было 5 человек. А сейчас у нас 5000 студентов вот в школе. Что же впечатляет история? Да, да, это точно. Я хотел задать еще один вопрос, который, мне кажется, при обсуждении образовательных инициатив редко возникает вот в публичном поле, перед тем, как спросить у уважаемых гостей ярмарки, может быть, у них появились какие-то вопросы или комментарии. Я хотел спросить об экономике образовательной институции, как она устроена, и, может быть, даже сделать акцент в этом вопросе, например, на патронскую форму поддержки образовательных инициатив. Встречаете ли вы, сталкиваетесь вы с такой поддержкой? И если нет, если действительно кажется, что она редка применительно к образовательным инициативам, то с чем, с вашей точки зрения, это может быть связано? Ну, давайте я начну. У нас самая понятная ситуация, потому что университет и главная поддержка, которую мы получаем, это поддержка государственная. Да, потому что у нас на программе дизайн есть бюджетные места, и, соответственно, обучение для студентов там бесплатное. На программе «Современное искусство» бюджетных мест пока нет, потому что она еще молода с точки зрения университета. Вот, но при этом мы ищем способы все-таки сделать некие квазибюджетные варианты для студентов, которые наиболее мотивированы, наиболее талантливо заинтересованы. Мы это делаем через систему скидок, через систему конкурса, по итогам которого можно получить 100% скидку на обучение. Ну и мы изыскиваем, конечно же, все способы для того, чтобы вот эту поддержку осуществлять. Бывают случаи, когда нам удается договориться с разного рода внешними партнерами, которые готовы, да, участвовать в софинансировании проектов, в том числе издательских проектов.
проектов книг, которые мы делаем, проектов выставок, которые мы делаем, продакшн работ студентов. Да, это все, что очень хорошо делается в коллаборации. Ну и плюс к этому мы стремимся также помогать студентам понять, собственно, стратегии именно такого не только карьерного, но в том числе и коммерческого устойчивого развития их как творческих личностей, и пытаемся это сделать на собственном примере. Да, у нас есть в зоне дизайна лаборатория дизайна, где аккумулируются различные заказы, которые затем передаются студентам для того, чтобы они их выполняли и, соответственно, получали адекватную оплату своего труда уже от внешних заказчиков. То есть это и образовательный проект, и одновременно живой, настоящий, со всеми условиями реальности. В контексте современного искусства мы всячески способствуем продажам работ студентов на ярмарках. И сейчас мы двигаемся в сторону того, чтобы нашу галерею сделать в том числе и галереей коммерческой. То есть такой... Да-да-да, эмоциональная, да. Вот, то есть мы стараемся сделать так, чтобы наша галерея стала той точкой, куда коллекционеры смогут приходить, знакомиться с молодым искусством, узнавать новые имена, и сразу здесь же, через посредничество директора галереи, куратора, коллекционеров, уже выстраивались вот эти связи, которые как раз-таки художникам помогают чувствовать себя увереннее. То есть мы как бы за разные стратегии развития в поле современного искусства. У нас есть студенты из настоящего андеграунда, такие прям панки, которые устраивают горизонтальные самоорганизации, замечательные проекты в лесу, в подвалах, там, на улицах, независимые ни от кого проекты. И есть студенты, которые больше ориентированы на такое искусство, которое может быть продаваемым, которое может там, претендовать на то, чтобы оказаться на аукционе когда-нибудь и хорошо себя при этом чувствовать, потому что критически посыл, как мы знаем, можно транслировать самыми разными путями. Да, и мы живем в том мире, где все еще жив Джефф Кунс, да, и, соответственно, художники могут выбирать между широким спектром стратегий. Ну, а мы, соответственно, их поддерживаем в этом. Даша, спасибо большое, Полина, скажите. Да, я не очень помню формулировку с точки зрения донаторов, грантов и в целом. Да, в целом, наверное, как экономика. Да, как экономика развивается. Да, мы, как частный образовательный проект, полностью несем ответственность за себя. Есть плюсы и, соответственно, есть минусы. Мне кажется, главное, что нам удалось, ну и, собственно, мне кажется, какая есть задача у каждого сегодня лидера, безусловно, немножко видеть вперед и, в общем, стараться стратегически выстраивать какие-то свои продукты и понимать, что друг друга дополняет. Поэтому мне кажется, что в чем наша как бы победа и что нам в свое время удалось – просто двигаться постепенно, и все продукты, которые направления мы открывали, они в хорошем смысле являются со-донаторами друг друга. Если там в какой-то момент понятно, что нашу главную, основную как бы прибыль составляют годовые программы, и онлайн в том числе. Дальше мы, если в какой-то момент были очень интересны с точки зрения в хорошем смысле прибыли путешествия, да, в какой-то момент, к сожалению, эта ситуация изменилась. Потом книжные магазины. Но ты каждый раз должен давать зазор полгода-год. Вот в принципе, мне сейчас вот опыт показал, что мы успеваем за полгода не просто стать самоокупаемыми, а еще и как бы начать генерить прибыль. И таким образом в какой-то момент, да, появился там и журнал, и возможность работы с большими бизнес-компаниями. Есть две сложности. Первое, что как бы все равно там любые СМИ, любые там, я не знаю, партнеры воспринимают вас как коммерческие, считают, что вы должны платить за рекламу, забывая, что вообще-то зарабатывать на культуре, ну или там, да, на искусстве, это не просто невозможно, а даже выйти в ноль как бы нужно убиться и бежать не в 33 раза быстрее, а в 1 033 раза. Ну вот, но мы это стабильно показываем. И второе, наверное, то, что как бы вот сейчас, особенно в Петербурге, конечно, мы стали монополистами по работе с большими компаниями. Это, конечно, очень нам дает, ну, такую большую опору и с точки зрения больших годовых проектов, но все равно мы только начали через 4-5 лет выстраивать эту систему корпоративного обучения. Да, понятно, что в пандемию все схлопнулось, сейчас опять все схлопнулось, да, ушли все большие команды
с хорошим пониманием корпоративной культуры. Сейчас мы постепенно это наращиваем, но хочется отметить и тренд, наконец-таки, наших команд российских. Да, мы работаем с 4 дочками «Газпрома», и с фестивалями на 30 площадок от Русского музея, и с современным искусством в том числе. Ну, потому что вот как бы здесь я просто как менеджер должна понимать, что мне нужно сделать, чтобы содержать вот такую команду, да, и каждый раз решать какие-то новые задачи. А сейчас, конечно, хлебозавод – это прекрасный тоже, мне кажется, пример работы с девелоперами, да, это полностью девелоперская команда, которая реконструировала это пространство. К сожалению, это не московские девелоперы, но тем не менее, как бы, да, они дают нам возможность делать то, что нам нужно, но мы работаем на условиях так, как бы мы сами вкладываем, сами получаем, как бы у нас есть свобода. Конечно, сейчас после этого опыта, работая сейчас с 3 девелоперами в Москве, ну, мы видим, что возможности совсем другие, и вообще-то это очень здорово, что они уже имеют, как бы, и вот он такое доверие в хорошем, да, и дают возможности реализовывать вправду классные проекты. Для меня, конечно, как для менеджера это является таким очень мотивирующей мотивацией. Вот. Спасибо большое. Я хотел вернуться к второй составляющей вопроса, связанной с, например, патронской формой поддержки, которую мы находим в искусстве. Мы знаем пример, когда частные лица, люди поддерживают художников. Встречаете ли вы подобную практику, подобный формат отношений? По отношению к себе? Вообще, может быть, в образовательной сфере? Это то, что в хорошем смысле, ну, у нас есть некое питерское сообщество, Марина Гисич, вот ее мечта, да, что всю жизнь, что наконец «Газпром» купила работу, подарила там музей условно и так далее. Вот сейчас, наконец-таки, это начинает происходить, но тоже вот какие-то точечные, и на самом деле посредством нас, вот когда мы работаем для больших фестивалей, вот мы это уже реализовали 2 раза. Это, кстати, были не самые простые моменты в последний год, но тем не менее это как бы случается. С точки зрения патронства, безусловно, я вижу, как это происходит там с фестивалями особенно, но это, конечно, очень личные такие взаимоотношения. Сколько раз там, лично мы, как образовательная программа, не подавали на грант, сколько раз вот мы сейчас со своим арт-менеджментом говорим, окей, у нас есть частный сектор, да, мы обучаем взрослых людей, которые хотят там, я не знаю, получить новые компетенции в области арт-бизнеса. Но глобально эта программа настолько классная, мы сделали платформу, которая позволяет обучать 3000 человек, да. Я хожу в наш комитет по культуре и говорю, давайте обучать регионы, мы это можем сделать. Причем это не вопрос про то, чтобы заработать деньги, это вопрос про то, чтобы реально как бы мы каждый год делаем колоссальную работу, чтобы ну, прямо все обновлять, как бы, да, сделать эти системы обучения удобными, внедрить какие-то новые технологические фишки, там, выпускаем методички специальные, ну и так далее. Это просто колоссальный труд, и просто очень жалко, когда он каждый год ну, как бы пропадает, потому что на следующий год все будет опять новое, и условно нужно будет все делать заново. И вот пока я, вот уже 2 месяца у нас стартанула программа, я все хожу. А сложности вы имеете в виду, связаны с тем, что компании скорее воспринимают искусство исключительно как инструмент приобретения какого-то дополнительного символического капитала? А я даже хожу уже не в компании, ввиду того, что я очень много участвую там, да, и в разных дискуссиях, вот, на различных форумах, экономические, культурные и так далее, я вижу, какой запрос от регионов, все говорят, боже, мы тоже такое хотим, а давайте к нам. Но это частная инициатива не решить, это может быть только, ну, как бы в хорошем смысле спустить сверху, когда есть, не в смысле, там, всем наказать идти изучать арт-менеджмент там, да, онлайн. Нет, это, наоборот, должно быть как бы опцией, да, и возможность региональной институциям обучать своих сотрудников. И хочу отметить, что вообще-то у нас не просто есть в этом опыт. Мы делаем программу повышения квалификации и для Русского музея. Мы работаем с Эрмитажем. Мы сейчас для Вышки в Петербурге делаем программу повышения квалификации для преподавателей, для ВК, для Яндекса. Ну, я имею в виду, что это как бы просто очень классный опыт, который хочется делиться. Класс, спасибо. Светлана, можно вас попросить рассказать? Да. Да, я настолько удивлена нашей компанией. Так здорово, что много людей этим занимаются. И культурное поле нашей страны, можно сказать, практически в безопасности. То есть хочется верить. Оно в таких руках, мы в этом можем не сомневаться. Это вот, ну, и не только мы же, еще есть люди, которые этим занимаются. И, в общем-то, очень приятно вот это, все это слышать, то, что вот вы говорите. И правда, такой охват, просто фантастика.
Ну, у нас-то чё, какая экономика? Ну, у нас платное образование, мы частная институция. У нас есть бесплатные места. Мы видим, когда ребята приезжают именно учиться из других городов в Москву, насколько им сложно, и мы даем им возможность бесплатно учиться. Кто-то, кто заочно учится, тоже не всегда может платить. И у нас цена разная для заочного курса, она одна, 60 тысяч рублей в год для, ну, я не знаю, можно это говорить или нет, но да, а для очного курса это 100 тысяч рублей. Благодаря помощи фонда «Сфера» мы смогли привести наших ребят в другие города, вот в Москву, или то, что я говорила, то, что мы ездим вот в Новосибирске, мы ездили в Новосибирск, мы сели на поезд, и поезд ехал в Новосибирск, и ребята из Перми, Уфы, там, Уржум и так далее садились на этот поезд, мы все вместе ехали, и вот благодаря тому, что фонд нам помог и дал деньги на билеты и оплатить съемное там жилье, то есть вот это вот возможно, то есть вот эти вот инвестиции хотя бы минимальные, там вот 150 тысяч, 100, ну я говорю реальные вещи для того, чтобы можно было понять, какие уровни цен хотя бы подъемные. Ну вот, например, 150 тысяч мы получили на Новосибирск, это правда дало возможность приехать, потому что ребята очень далеко иногда живут. Вот там Улан-Удэ у нас есть, да, или еще что-то, это уже сложнее приехать. Вот. Собственно говоря, такая экономика. Но мы стараемся также выставки. Мы, конечно, за то, чтобы нам помогали. Да, нам помог фонд Аксенова Family. Они нам оплатили 10 месяцев аренды. Да, вот это первый раз нам аренду помогли оплатить за все время. Вот, поэтому мы стремимся, собственно говоря, к какому-то, если нам кто-то помогает, то это отлично. Но, как бы мягче сказать, но мы не зависим. Если мы не хотим, мы не берем. То есть, если нам не давать, мы все равно выживем. И мы все равно будем ездить и общаться с теми, кто в других городах, и это не зависит от денег в принципе. Это круто, спасибо, Ан. Во-первых, мне хотелось бы разделить воодушевление Светланы за то, в каких руках находится образование в области современного искусства. Действительно, очень приятная компания. Что касается программы «Азы», она тоже является платной. Стоит 30 тысяч рублей за все 3 месяца. Это очень небольшая сумма, которые могут себе позволить те молодые люди, которые приходят к нам, потому что она делится на 3 платежа в начале каждого месяца, и 10 тысяч рублей — это достаточно небольшие деньги для города Москва. Однако мне кажется, что такая прямая экономика не является устойчивой и не воодушевляет меня как продюсера программы. Мне кажется, что... Конечно, мы привыкли измерять полезность и успешность людей их заработком, но в каком-то смысле это очень жестоко. И в этом вопросе тоже нужно быть прогрессивными. И я бы рассчитывала, конечно, на систему патронажа. Мне кажется, что люди, у которых классно получается зарабатывать деньги, со своим эго войти в вечность, могут поддерживать образование, потому что это игра в долгую. Это позволило бы им вписать свое имя в историю. А молодым художникам, которые только вступают на эту дорожку, получить образование. Поэтому, пользуясь случаем и этой публичностью, призываю вас становиться патронами искусства в той форме, в которой для вас это наиболее комфортно. Приобретать произведения, просто становиться выдавателями грантов. Но если это не в ваших силах, то будьте классными зрителями и давайте художникам ощущение того, что они нужны.
Да, супер. Отличная, конечно, Анна реплика для, кажется, завершения нашей беседы, что вроде бы уже напрашивается, но я все-таки поспешу поинтересоваться. Друзья, есть ли у вас вопросы или комментарии, которые вы хотели бы задать? Пожалуйста, я уверен, это будет всем приятно. Я как молодой студент вышки современного искусства и как человек, который учился и на классического художника, и, собственно говоря, интересуюсь образованием и хочу им дальше заниматься, и с точки зрения как преподавателя и как практик. Вот, я хочу сказать вам огромное спасибо всем, потому что вы абсолютно разные личности, которые берут разные векторы, отвечают, да, за разные... вектора развития, вот, вы нереальные, и нам безумно ценно все то, что вы делаете, и являясь студентом одной институции, я также являюсь заинтересованным в других институциях, и мне интересно слушать, как вы мыслите, куда вы смотрите, и поверьте, мы очень сильно все вам благодарны, вы все делаете не зря. Спасибо большое, Саша, Полина, Светлана, Анна. Спасибо большое за встречу, за разговор. Было действительно классно, и вы, да, действительно невероятно. Я присоединяюсь. Спасибо.